Приветствую всех на канале «Счастье жить. Концепция здорового образа жизни». Я Ольга. И я продолжаю обзор руководства «Живите». Руководство здорового образа жизни от компании «Дотерра». Следующая ступенька пирамиды здоровья – это снижение токсической нагрузки. Природа постоянно обновляется. Нашему организму также необходимо периодическое очищение и обновление. Поддержите естественные процессы детоксикации, используя натуральные продукты для очищения организма и заботы о своем здоровье, а также эфирные масла Дотерра. Компания предлагает 30-дневную программу очищения организма. Вот, дни 1 по 30. Террозайм, поддержка здорового пищеварения и обмена веществ, очищение, это эфирное масло лимона, Дендокрин, комплекс для детоксикации. Дни с 1 по 10. Поддержка органов фильтров. Дендокрин. Ну, органы фильтры – это печень, почки, мочевой пузырь. Дальше. Дни с 11 по 20. Очистка кишечного тракта. И дни с 21 по 30. Поддержка здорового пищеварения и иммунитета и поддержка здоровья клеток. Для чего это все надо? Для бодрого настроения, для быстрого обмена веществ, для нормального веса, для хорошего пищеварения, для очищения организма естественного процесса выведения токсинов. Это способствует также крепкой нервной системе и приливу энергии. Ну и полезный совет. Ежедневно принимайте цитрусовые масла с водой для мягкого очищения организма. Ежедневные здоровые привычки. От 8 до 10 и более стаканов воды в день. И использовать натуральные средства для ухода за собой и вашим домом. Уход за собой – это зубная паста, набор для ухода за кожей лица. Можно выбрать по возрасту. Ну и набор для ухода за волосами. Можно делать самостоятельно освежитель для ванной комнаты. Вот рецепт. Ну и естественно, надо беречь природу и использовать натуральные чистящие средства. Жидкое мыло для рук, средства для стирки и чистящий концентрат. Рецепты для удаления пятен. Рецепт для стекла, для очищения стекла. Тоже все с эфирными маслами. В этом случае масло лимона просто необходимо и незаменимо. На этом сегодня все. Всем здоровья и добра. Продолжение следует.